Так, Московская Катрин. Да, с переходом обязательно. Так, дорогие, она и называется Катрин. Где же не как в этом танце? Извините, покадриться. Значит, сначала два раза в центр, два из центра. Потом делаем дезадо, потом балансе друг к другу. Дама под рукой перекручивается и идет против линии танца назад. Против линии танца к другому партнеру. И кадриль начинается сначала. Мы готовы. Thank you.